И это только середина, не сначала начал снять съемку. Сколько зерна, это просто в шоке, сколько уходит зерна с Молдавии. Это мне напоминает 41 год, когда Гитлер вывозил зерно с России, с СССР в то время. Как вывез зерно и потом напал. Так и мы вывозим зерно в Европу, чтобы они нас потом забрали за голую жопу. Холодными и голодными у нас просто не будет сил потом сидеть и воевать. Отстаивать свои интересы. Смотрю на эту всю картину. Плакать хочется. Куда смотрит наше правительство? К чему они нас готовят? Это порт Джуджулешт. На карте он от иголки точка. Но такое ощущение, что он очень большой, очень огромный. Ох, горе придет к нам.